Осел рвется в президентское кресло. Молодежь Эквадора пытается зарегистрировать кандидатуру ослика на грядущих выборах. Животное подошло к политике с человеческой серьезностью. У осла даже есть свой собственный штаб, состоящий из 40 сторонников. Ушастый претендент сдал анкету с фотографией в деловом костюме и именем «Сеньор Осел». Комиссия зверя пока не зарегистрировала, зато в интернете необычный политик собрал уже 1000 поклонников.